Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, дорогие мои, ловите новый рецепт. А это рецепт отбивных куриных. Готовится невероятно быстро, просто и, как всегда, очень вкусно. Вот я вам сейчас даже покажу, насколько это все нежненько и вкусненько. Уверяю вас, дети будут в восторге, гости будут просто, ну просто все время набиваться к вам в гости. Готовится очень быстро, не так затратно и неутомительно. Ну что, а как делать? Сейчас расскажу. И вот такой набор продуктов нам с вами понадобится. Одно яйцо. 2 столовых ложки панировочных сухарей, 2 столовых ложки муки, 1 чайная ложка сухого чеснока, щепотка соли, кусочек сливочного масла. На видео, мне кажется, он очень большой. Мне кажется, я даже использую половину от него. Растительное масло, немного молока. Ну, буквально, наверное, я так думаю, грамм 100 максимум. Ну и, конечно, наши отбивные. Отбивные вот у меня сейчас в данный момент вот такие. А вообще иногда покупаю просто такие вот, которые с кожей. Кожу можно снять, кошечкам отдать. А обрезать самим, сделать замечательные отбивные. А с косточки еще бульон сварить. Что делаем дальше? Берем наши отбивные. Да? Вот они у нас такие с вами. Смотрим, чтобы здесь бывает, иногда косточка попадается. Все вырезаем. У меня ее здесь нету. И вот начинаю я отрезать. Вот кусочек отрезала, да? Потом вот толстая часть, вот эта вот. Вот так вот наискось режу вот эту часть. Вот. Сейчас посмотрите, сколько будет отбивных. Опять наискось режу, видите? Вот. Опять наискось режу. Посмотрите, какое количество фактически с одной грудки, с большой, да? Это если вот здесь вот косточка будет, то это как раз одна большая грудка. И какое количество получится отбивных. Опять обрезали, да? Вот она опять толстая часть. Мы не вот так режем, а наискосок. Наискосок режем. И еще разочек вот так наискосок. Вот. Это еще не все. Теперь мы с вами режем вот такие вот надрезы делаем. Видите, неглубокие вот такие надрезы. Можно даже с обратной стороны вот такие надрезы сделать. Вот. Вот здесь вот прям как у вас, как получается. Тут не обязательно прям вот ровно так. Как у вас получается. Самое главное вот здесь в эту сторону. Значит, соответственно, вот здесь они у вас должны быть как-то с другой стороны. Чтобы не прорезать насквозь. Вот, видите? Вот так вот. Вот. Порезали. На этих можно надрезы не делать. Они очень нежные. Так, вот еще делаем. Да? О. Теперь это все дело мы с вами отправляем в полиэтиленовый пакет. Потому что кухню потом отмывать не очень будет хотеться. Правда же? Вот так вот ровненько их выкладывайте в полиэтиленовый пакет. Если без полиэтиленового пакета, у вас сейчас брызги разлетятся во все стороны. Вот так вот ровненько. Вот. Смотрите, какая красота. Вот видите? Вот у нас здесь уже с вами 4 штуки есть. Все, берем наш молоточек и не сильно, потому что курица очень нежная, потихонечку начинаем отбивать. Вот. Видите, какая у нас с вами красота получается. Они получаются
такие вот не маленькие, да, потом перевернули на другую сторону. И здесь чуть-чуть еще и здесь подбивали. Ну, бывает молоточки поменьше, поэтому немножко побольше придется усилий предпринять. У меня такой молоток прям такой серьезный. И вот видите, что у нас получилось? Получилась вот такая вот красота. Видите, они не маленькие. Вот. Вот так вот мы их стопочкой складываем. Да? А сюда сейчас еще вот эти вот наши кусочки маленькие засунем. Вот у нас был вот с вами вот такой вот, да? И сейчас он будет такой большой. Вот. И вот эти вот два положим. Нежненьких. Да? Надеюсь, я вам объясняю подробно. Даже... Ой, так, даже кронштейном сегодня решила воспользоваться. Так, ну продолжаем. Вот, по чуть-чуть начинаем отбивать. Вот. И в другую сторону. Немножко пакетик порвался, ничего страшного. Такое тоже бывает, видите? Ничего страшного. Засуньте подальше пакет, чтобы не брызгал. Все. И еще постучим. Вот. Вот. Видите, они какие красивые получились. Так, что дальше делаем? А дальше мы с вами что делаем? Дальше помыли руки, взяли наше яйцо, добавили сюда соль, чеснок, вилкой взболтали. Соли нужно немного больше, нежели чем вы привыкли. Почему? Потому что у вас панировка и мука заберут тоже соль. И мы же с вами не отбивные солим, а солим конкретно наш льезон. Да, вот это вот яйцо с молоком называется льезон. Вот. Заболтали. Попробовали на соль. Если недостаточно, то подсолили. Масло разогрелось. Можно начинать жарить. Берем отбивную, обваливаем в муке, затем в молоке, в льезоне, затем в панировочных сухарях. И отправляем на сковородку. Огонь я уже убавила, наверное, до среднего. И все, и все это мы делаем, все то же самое со всеми остальными отбивными. А так как курица, вы знаете, быстро жарится, поэтому это все буквально делается прям, ну, очень быстро. Какое количество чего? Я обязательно вам оставлю в ссылочке под описанием. Поэтому смотрите внимательно. Там все будет написано. Вот. Все очень просто и быстро. А самое главное, очень вкусно. Вот панировочных сухариков, может быть, и не хватит. Муки достаточно будет? Ой, надо немножко убавить еще. А вот панировочных сухарей бывает иногда добавляю. Слушайте, ну это просто... Это такая вкуснятина. Дети это едят. Я помню, у меня сын просто... Просто долгое время ел. Просто ничего другого. Вот самое вкусное, самое любимое блюдо. Это наши отбивные куриные. Вот.
Ну, вот здесь вот, допустим, уже, я так думаю, с одной стороны можно уже будет перевернуть. Да, они очень быстро жарятся. Вот еще рановато. Ну вот, буквально по 3 минутки с каждой стороны, и ваши отбивные готовы. Вот. Уже первый можно вытащить, а сюда просто добавить. Да, по количеству молока можно даже поменьше молока. Вот. Все очень быстро жарится. Можно, если у вас нет уверенности, то возьмите еще разочек, переверните. Если нет уверенности, пожарились или нет, еще разочек переверните. Угу. И смотрите, какое количество невероятно красивых и, самое главное, обалденно вкусных у нас отбивных у нас с вами получилось. Ну что, жарится очень быстро и очень вкусно. Всем приятного аппетита. А пока! Пока!